По дороге домой — это спектакль, с которым актеры Латвийского национального театра так и не доехали до своего зрителя в американском городе Балтимор. Организаторы латвийского праздника песен и танцев США сами выбрали спектакль американского автора Элиота Хейза. В национальном театре, говорят, выбор автора и стал причиной отказа. Спектакль выбрали организаторы мероприятия в США. Причину отказа в Департаменте гражданства и иммиграции США театру прислали на 6 листах, говорят представители театра. Если национальный театр отправляется в США показывать спектакль, то это рабочие отношения с конкретными организаторами. В рабочей визе нам было отказано, основываясь на то, что этот конкретный спектакль – работа американского автора. Это не уникальный культурный продукт, что можно было бы со стороны Латвии вести в Америку. Актеры Латвийского национального театра уже не раз выступали на празднике песен и танцев в США. Никогда подобных проблем с визами не было. Несмотря на неприятную ситуацию, руководство театра надеется на дальнейшее сотрудничество. Мы уже использовали свои судебные возможности, подавали апелляцию, но в ней было отказано. Мы надеемся, что в будущем мы сможем выбрать работы именно латвийских авторов, и со следующими проектами не будет подобных проблем. В посольстве США в Риге отказались комментировать конкретные случаи, однако указали следующее. Художникам, которые намерены выступать в США, до этого необходимо направить запрос в Департамент внутренней безопасности Соединенных Штатов. Департамент же может задержать рассмотрение заявления или отказать из-за административных требований, включая требования в подаче дополнительных документов. В посольстве также отмечают, что в последние годы дипломатическое представительство не отказывало в визах латвийским художникам.